После 18-го вопроса повестки дня прошу голосовать. В областной думе очередное заседание. Депутаты встретились в 66-й раз. В повестке порядка 40 вопросов и к обеду рассмотрели лишь 10-ю часть. Несколько десятков этих заведений, где туалет до сих пор на улице, 21 век, и печное отопление. Это ужасно. Бездомные собаки, аварийные дома и жилье для молодых. Эти проблемы обсуждали народные избранники. Говорили и об увеличении Саратова. К областному центру захотели присоединиться еще несколько сел. Рыбушка и Синенькие. По словам парламентариев, теперь саратовская агломерация одна из самых больших в стране. И от присоединения деревень город только выиграет. Увеличатся дотации с федерального бюджета, да и земель станет больше. В Саратове почти не осталось свободных участков. Связано и с инвестиционными проектами, потому что появляются новые возможности. Это в том числе связано и с международными проектами, потому что, заходя сюда, есть необходимость понимания, какие мегаполисы здесь находятся на территории Саратовской области. Поэтому здесь больше вопрос экономический и вопрос будущего развития нашего региона и, соответственно, наших людей. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? На руку такое присоединение и для социальной сферы с медициной. Сельчане смогут рассчитывать на детские сады и школы в заводском районе. Здесь же за ними закрепят поликлиники и больницы. Раньше им приходилось ездить в Жасминку. Крюк в сотню километров оселивал не каждый житель села. Они уже будут присоединяться к заводскому району. Естественно, там будет развиваться, там будут поликлиники, они есть. Это развитие первичного звена и будет получать на самом деле квалифицированную помощь. То есть учителю Сенникова, учителю с Рыбушек не нужно ехать проходить медицинскую комиссию в Жасминку. Ему нужно идти вот территориально ближе. То есть вот это уже принесет в себя определенные вещи. Сохранятся для сельчан и все их льготы. Этот вопрос уже проработали, рассказали областные депутаты. А вот городом-миллионником из-за расширения границ Саратов не станет. Население увеличится всего на несколько десятков тысяч жителей. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24.